Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. В середине мая появилась информация о том, что Борис Моисеев после двух инсультов не помнит многие вещи. Однако это оказалось не так. Директор артиста Сергей Горох рассказал, чем живет и как чувствует себя исполнитель хита «Голубая луна». «Он живет жизнью обычного человека, артиста-пенсионера», признался представитель Моисеева, добавив, что артист в сознании пишет вторую книгу. Сейчас певец занят техобслуживанием у стоматологов. Летом Моисеев надеется появиться на фестивале «Лаймы Вайкуля» в Юрмале, где станет почетным гостем. Этот выход в свет будет первым за долгое время. Моисеев общается с коллегами, но помощь ему никакая не нужна. Впрочем, по словам директора, артисту обидно читать сообщение о том, что он бедствует, пишет «Комсомольская правда». Ранее Андрей Разин заявил, что Борис Моисеев теряет память. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!